вся перспектива за молодежью. К сожалению, молодежи сейчас в занятом коллективе сельского хозяйства составляет 11%. Всего чистого населения без пищевой перерабатывающей промышленности это где-то 12 тысяч. То есть это, конечно, мало. Конечно, тут проблема есть. Значит, государственная поддержка осуществляется из предоставления единовременных выплат тем, кто работает на селе. И есть система вузов, которые и средних учебных заведений, которые и высшего звена готовят, и среднего звена. То есть оказывается поддержка по жилищному строительству. И в этом направлении работа будет продолжаться. И, конечно, многое зависит от вас.